Погнали, погнали. Всем привет! Сегодня мы поедем на лыжи. Дорога будет нелегкая, так сказать. Будем ехать по велодорожке. Нет, это уже не кольцевая. Это уже трасса на Витебск. На трассе. В общем, короче, мы поедем разведывать новые места, докуда мы с Мишей и Глебой, с Глебом не доехали. Давай по хорошей дороге, да? Мы с Яриком выезжаем в неизведанные места. Ярик на своем велике, я на женском. Мисс. Что? Или это не женский? Где? Что тут написано? Где именно? Ну вот это. Короче, я на бабулином велике с цветочками. Так, сейчас едем и продолжим репортаж. Опасная гора. В общем, гору эту мы успешно преодолели вниз. Сейчас выехали уже на дорогу, которая выводит с дачи. И потом, как мы с этой дороги съедем, мы уже сразу будем на велодорожке в Боровляно, которая ведет прямо до Раубич. Смотрите, здесь кто-то повалил дерево. Или оно само упало из-за ветра, непонятно. Аномалия какая-то. В общем, погода офигенная сегодня, 21 градус. Лето, вот летом в Беларуси вообще офигенно, как в Египте. Можно вон в майке днем ездить и не париться. Есть ветерок, так что наоборот будет освежающе. Идет офигенно, педали не кручу, видите, сам велик едет. В общем, мы заехали в непростую гору, и уже сейчас будем на этой дорожке. Рассказываю про маршрут. 8 километров нам ехать до самих Раубич. После этого, ну, сколько мы с Глебом... Ух ты, блин, кенийские елки. Это уже челлендж. Проедь, не зацепи головой. Да. Так, Ярик уже переехал. Ой. Короче, дорога здесь не лучшего качества. Вот эта плиточка была. Но мы уже выехали, и вот эта дорога. Ну, чё? На подземный? Да, на подземный. Здесь дорога на пятерку из пяти. Хотя мы обычно говорим по десяти, значит, на десятку. Десятибально. И разметка есть вообще новая. Значит, рассказываю, 8 километров до Раубич ехать самих, и потом еще 8, это столько мы с Глебом проехали до этого озера, когда мы в прошлый раз ездили. А в этом, ну, дальше мы не ехали по той трассе новой, поэтому сейчас узнаем, докуда будет вести та новая трасса, то есть вперед. У нас, грубо говоря, маршрут на километров 20 выйдет. Назад еще 20-ка тогда. Нормально так, 40 километров. Мы заезжаем в туннель. Вот какой туннель. Под дорогой. Здесь еще один будет такой же, прям перед Раубичами. Сейчас мы уже на трассе на Витебск. Ага. Музыка у нас пропадает. Так, мы, в общем, едем по трассе. Вот смотрите, мы снова приехали к этому офигенному виду на поле. Здесь посеяли пшеницу на этот раз. Хотя здесь, наверное, всегда сеют пшеницу, не ясно. В общем, никого по трассе, кроме нас, больше нет. Вот там, наверное, кто это? Да. Один мужик, велосипедист, и все. Вот такой вот офигенный вид. Облака, деревья.
и мы едем дальше. Нам остается 5 километров, и мы уже приедем в Раубичи. Едется вообще офигенно. Без рук, спокойно идет велик. Солнце не греет. Погода то, что надо для велопробега. Давай, давай, говори. Рюкзачок взяли с собой, бутылку воды. Ага. На всякий случай, если может стать не жарко. Потому что, как мы едем по велодорожке, всегда на нас падает солнце. И может стать жарко. У нас обгоняют лисы. Дачник. Вот это гонщик. Гонщик. Короче, у нас в рюкзаке вода и пауэрбанк. Все, что нужно для велопробега. Гонщик со звонком. А еще едем и слушаем музыку. Ага. Давай, что еще расскажешь? Ну, еще расскажу, что начались каникулы. С этим я всех поздравляю. Ага. Хорошее время. Ничего не надо учиться. Ага. Так, в общем, мы подъезжаем к этой отметочке. Она говорит то, что 21,4, а дорога вообще 35 градусов. Офигеть. 35 градусов асфальт, прикидываешь? Вот это жара, конечно. Сейчас 11.52, выехали мы в 11. Ну, я так думаю, то, что... Скольки? Наверное, к 3 мы должны быть дома точно. Хотя там уже посмотрим, то расстоять. Я не знаю. Часу, Катя, куда мы придем? К часу? Да, если мы к часу не доедем до конца. Мы только до Раубич к часу доедем. У нас еще час. Тогда позвоним, ну, и не приедем. Хорошо, позвоним тогда. Смотрите, в общем, мы уже подъезжаем к этому съезду. Во, на аэропорт. Там сделали специальную велодорожку. Правда, я не знаю, докуда она будет идти. Есть, короче, вероятность, что она будет идти прямо до Кургана Славы. А там уже потом и сразу трасса на аэропорт. Ну, в общем, посмотрим, докуда ее сделали. Потому что уже прошел целый год. Мы по ней-то уже гоняли, а Ярик еще ни разу не гонял. Короче, послушаем мнение Ярика, как она ему зайдет. Да, сейчас попробуем. 500 метров, и мы уже съезжаем. Смотрите, какой лес и поле. В общем, мы уже подъезжаем к этому мосту. Смотрите, здесь уже больше взошла пшеница. Красиво так выглядит вообще. В общем, здесь нам, чтобы попасть на трассу к Раубичам, нужно съехать вот на эту дорогу для машин. Там есть как раз подъем, или можем вот здесь. Вот здесь как раз как протоптано. В общем, мы будем съезжать. Это немножко опасно, поэтому, как выйдем, я продолжу съемочку. Пока смотрите, какой лес. А на этом видос заканчивается. Подписывайтесь на канал.